Друзья, всем привет! Уже конец апреля, и мы всего лишь первый раз выбрались в этом году на рыбалку. Стояла погода не очень. Сейчас где-то около 16 градусов, днем обещают около 25. Находимся мы на угрюм речке, посмотрим. Может быть, что-то здесь сегодня и поймаем. Сейчас у нас начался уже нелистовый запрет. Можно рыбачить только на одну снасть с двумя крючками. Прошло около 15 минут, как мы расположились. Пока что была одна холостая поклевочка. Прикормка у меня осталась универсальная еще с зимы. Панировочные сухари жареные, семечки и геркулес. Специально сделал вот такую вот ее рассыпчатую. То есть хочу пока что маленько закормить точку. Использую вот свою стоечку с колокольчиком. Ну, по крайней мере, даже небольшие тычки сейчас было заметно. Вот. Чебачок. Чебачок. Ну вот, друган, как всегда, первую рыбу взял. На опарика, кстати, а я опариков только снял. Прошло уже 3 с лишним часа. Что-то клев так и не активизировался. Сидим, скучаем. Ну что, друзья, вот уже 4 вечера. Даже ничего не удалось заснять, потому что такие редкие поклевки. Вот. Здесь улов то, что сегодня попалось. Будем собираться домой. Надеюсь, в следующий раз будет намного удачнее рыбалка, чем сегодня. Всем пока. Все, друзья, нарыбачились, потопаем скоро дома. Пока еще в город нету пробок.